это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Да, братишки, там все хорошо, блин, нормально все. Как говорится, только руку сломал, там чуть-чуть с этот локоть, и рука не двигается. На кентавре это, короче, там испытание кентавра было. Я вылетел с него, ну, короче, урубался. Все, кентавр, наверное, я закрываю проект, потому что техника так неудачно, что-то как-то упал. Испытания были серьезные, километров 60, наверное, техника разгонять и бах, блядь, все. Нормально все, одевайте шлемы, одевайте перчатки, одевайте наколенники, одевайте защитные костюмы с плечами и с локтями, чтобы была защита. Без шлема даже не садитесь за руль, ни за какой-то транспорт. Все твое ржавое дерьмо, тютю, да? А тебе зиблю говорили? А? Тебя предупреждали? Я маньяк! Ты только жив остался. Сколько там вхуярил в это говно? 250, да? И шаг. Не дождёшься. А ведь мы тебя предупреждали, рот, что твоя ржавая кровать, сделанная крольчачьими лапками из говна и палок, никогда не поедет. Нет, дружок, вот тут, собака, решетка. Little baby boom. Я не знаю, у кого там работа, у меня не работа, у меня не загружался. YouTube у меня не загружался сайт. До этого загружался, сейчас он опять не загружается. То есть всякие вот эти гудбуе DPI, это ну, мертвый номер, они не работают. Они работают, но тупят для трансляции, не вариант. Потом, может быть, разберусь там как-нибудь, да, и будет работать. Но вот эти вот обходы всякие различные на YouTube использовать особо, так сказать, не по кайфу, да, нужно там вот это все каждый раз настраивать. Я на BMW и Audi езжу, в СТС по России. У меня Москва за МКАДом, да? Ты заебешь, сука, просто езжай по дороге, конечно. Как же не ворваться в царство скуфов, пи***ц. Не навернулся, автограф, а меня валюту на рубли. Не позорься, скибиди, олд туалет, затягай. Привет, деда, как твои дела? Осуждаю я! Ник, попроще сделай, родной. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Масло ли? Ты тут, а? Ты меня видишь, Маслоли? Сейчас я покажу. О, смотри! Вот. Смотри! Смотри, это зубатка! Смотри! Смотри!
О! Ну как? О. Смотря. Масло ли? Смотря. О. Вот эта рука не сгинается. Ну, плохо, больно. Блять, она просвещается. А? Девчонки, держите себя в руках. Мальчик-то может, как говорится, не сдержаться. Так что, так, ты можешь прокомментировать величайшие что? Моменты в пубге зомбу? Я могу сейчас ему пи***ться, приведи его сюда, эту суку, я его сейчас банить буду на глазах у всех. Сейчас я посмотрю. Как его канал этого, блядь, шнурка? Трич ТВ. Трич ТВ. Тупит пи***ц просто. А в ВК вот пишут, в ВК есть видос залитый. Телекс. Давай сейчас найду тебе скину. Это правильно, как говорится. А вот плохо, столько научно-познавательного контента, на самом деле, в Ютубе очень полезных видео, очень много. Всяких видеогайдов, вот что-то нужно там, что-то не можешь разобраться в чем-то, да, ты сразу лезешь на Ютуб, чтобы посмотреть какие-то там, очень много всего полезного на Ютубе. Жаль, что он тупит и не работает, к сожалению, это очень плохо, потому что YouTube это действительно это целая база и полезного, и ну там полезного все же больше, чем, наверное, не полезного. Так что хапай в ноздри. А, очередной бред, сука. Ну да. Это дань легенде. Ну, если видео на заливаешь, да, на ВК, там же качество тогда, а нет, уже нормально, к UHD, представляешь, а раньше оно там сжималось, качество на этом самом, на ВК, а сейчас нормальное уже сделали. Ну да, конечно, это же надо было сделать, как же без этого, это must have. А нахуй вот этот флаг пи***рский, или что это он всовывает туда, не пойму, что, ёб***ь.
что ли? Это он раньше сейчас сувал. Какая-то пасхалка. Так. Чё ты тащишься? Понял, понял. Когда я скажу смеяться, то смейся. Понял. Вот сука, да, блядь, самая лучшая, блядь. Старый глупый снорк. В технике вроде разбирается, а как установить GodBeadBe и оживить YouTube разобраться не смог. Я вот не смог. И думайте. А ты что, сука, курва? А ничего, что ты в полете был, уебак! Или, как всегда, сегодня режим терпилы и насрала. Давай иди резай, чу... Несу килограмм говна. Ничего не понял. Да. Этот кадр зацикливает 5 раз, уебище, бля. Чтоб 10 раз, миллион раз, сука, сделал так, бля. Уебку повезло просто читерским, о, опять, блядь, читерским способом, блядь, пролететь, ой, блядь. Да? Ага. Да. Спасибо за большое. Да ёбаю мать! Сука, ну да, было здесь много моментов, и удачных, и неудачных, скажем так. Блядь, в основном те неудачные моменты, что здесь были, это все потому, что я так хотел. Они по-честному делали. Колеса пробивал, и этот начался фигурное катание, блядь. Это как плющ, я по льду пошел. Стой! Ну да, здесь этот момент я помню прекрасно. Здесь у меня, да, пошел сбой небольшой. Стой, блядь! Ай, блядь. Пока нет. Блядь, это пиздец, родные! Блядь! Ёбаные школьники, а! Ну да, сука. Не очень сейчас приятно видеть бабах, сейчас. Смотри, ты хочешь открыть бабов любах? А сейчас ебаный, ой, мама, пизда. Вышла из душа, не смогла трусики найти. О. Села, в чем мать родила хихихих. Внизу так горячо стало. О-о-о, открыто. Блядь. Да ладно! Это чудо, ну, на пасеке. Помню. Она даже сука, дерево не пробила. Помню. Нет, сука, твоя мать плешь. Сабочка. Скажи буль-буль! Ай, мама, я ебу помогу. У меня уже что-то какой-то, блядь, дисбаланс. Опа! Тёня! Скажи буль-буль где-то! За собой. За вот этим, да? Да. Правда, там еще Вовка смотри. Хорошо нафидел. Твою мать, дебил, блядь, что ли? Ой, боже. А, это когда Вовка запорол нам гард. А, боже, да, блядь. Помню, помню. Это еще же маска тогда, блядь, крутился, сука, сидел, блядь. Да, здесь понятно, силы-то неравные были. Я помню, я прям пиздошил тебя в первых рядах. Тебя там не было. Был, у меня даже принтскрин остался. Не был. Не знаю! Сука. Да ёбка! Если ты, сука, вот это вырежешь, монтажёр, иди пиздец. Сейчас будет бибик. Баба, да, кстати, его уже это самое.
хлопнуть под шумок, когда YouTube сейчас тупит. Анекдот. Заходит волокас в бар. Спрашивает у бармена, есть ли 12-летний виски. Ахахахах, ну ты понял, ахахах, 12-летний виски. Хотя бармен отвечает за плашного бреда. А как она так? Я воду сейчас пью, мне нравится пить. Чё-то у меня сушняк, понял, какой-то, как будто я бухал, я уже не пил целую неделю. Точка с запятой, точка с запятой, точка с запятой, точка с запятой, точка с запятой. Ну что, дебил или чё? Я лутаю, сын матери, пи***й, блядь. Кто меня убил? Вот это кто? Осуждаю! Вот это осуждаю! Осуждаю! Внимание! Сука! Играет женщина! Осуждаю. Оказались лаги, баги, баги. Мяч, сука! Твоя мать! Нет. Запрятался. Резко. Подъезжаем, чел убиваем, подъезжаем, все. Взорвется, наверное, да, машина? Нет, сделаем смекалочку. Блядь. Пиздец. Ебаньку в уши. Бля, я не хочу это смотреть. Я не хочу лицезреть этот бурят. Я, блядь, понял, думал, что тут вы с машиной выпрыгнете, и машина как бы та, типа, дальше поедет по челам и взорвется, типа. Мне пришлось пузико поднимать, чтобы было видно дырочку, а мне такой не особо. Заебали эти перевертыши, кинули твой член ХТ, собака дом. Сыновья матерей, у вас вообще матери есть? Играть никто не умеет из вас. Один я здесь воин, я мужчина, а вы женщины все, тёлки. Ну да, это правда. Я профессионал, я никогда пьяные стримы не включаю. Это не профессионально. Я ни разу на потоке даже выпивший не был. Ни разу. Это факт. Даже чуть-чуть, даже пописан сюда же. Даже капельку не пью. Слеж, амперсиан. У меня не лагает, это у вас лагает, вы. Слеж, амперсиан. Что лагает? Где лагает? Ничего не лагает, все супер, летает как скутер.